Спонсор выпуска — канал Димы Ковпака. Он много путешествует по выставкам Китая и делится интересными идеями и горячими темами. Как строить бизнес с Китаем? Как делать 300, 500, даже 1000% наценки на товарах из Китая? А также на его канале много интересных обзоров новинок электроники и фабрик Китая. Подписывайтесь на канал, ссылка будет в описании. Ребята, всем здорово! По ссылке от подписчиков только-только забежал и сразу же вам распаковывать сегодняшнюю. Сегодня я обещал по ссылке от подписчиков, так как вчера была посылка связана с Китаем. Поэтому сегодня мы будем распаковывать целые две коробочки. Начнем, давайте, с маленькой коробочки. Она давно у меня лежит, я решил покопаться в старых посылках. Не то, что решил, а вот эту посылку прислал Полянский Сергей. Вчера он просто написал в отзывах, что канал-то хороший, но он отправил посылку, его посылку не распаковали, и если не распаковали, а там вроде какие-то ценные вещи, то пусть посылка поедет обратно. Я думаю, как так, я пропустил посылку и поискал, и вот она есть, и собственно ему написал, что все нормально, и сейчас попытаюсь распаковать все посылки, копну короче подальше, потому что у меня происходит как, я постоянно притаскиваю посылки, просто их в одну кучу, и потом выбираю, какая понравилась больше внешне, такую и схватил. Так, маленькая посылка у нас приехала еще очень давно, и она приехала со Львова, отправила, держила Галина. Давайте посмотрим, что здесь нам отправили. И я так вам скажу, если люди не пишут про посылки, вот так как Сергей написал, значит в посылках что-то не очень-то ценное, потому что ну, очень редко там люди переживают, что Игорь, я отправил тебе посылку, там забери, пожалуйста, и так далее. Ну вот сейчас посмотрим, что вот здесь лежит, потому что за эту посылку вообще никто ничего не писал. Ну, перемотано здесь все в пакете. Сейчас я посмотрю. Так. Как видите, после того, как я говорил, что не буду там распаковывать и так далее, когда не очень оно все на вид приятное, но вот сейчас я вот так вот открою это все. Как видим, здесь упаковано и письмо, и какие-то подарки. Поэтому эту посылку мы распакуем и сейчас посмотрим. Так, есть какой-то канал. Привет, Игорь, пишет тебе твой подписчик по имени Юрий. Мне 15 лет. У тебя очень интересное видео, особенно поездки в Китай. Я смотрю твой канал уже давно, долгое время. Кстати, по поездке в Китай, ребят, если кто не смотрел, уже была очень давненько. Последняя, заключительная, 24-я серия. Если кто вообще не увидел, не знает, что это такое, поищите в плейлистах. Есть видеоотчет, как я в этом году съездил в Китай. Получилось 24 серии. Я смотрю твой канал уже давно, очень долгое время. Мне это очень нравится. Спасибо, что снимаешь такие интересные видео. Я тебе прислал немного вещей. Желаю тебе набрать 3 миллиона подписчиков и более. Вот так вот. На 3 миллиона, наверное, что-то еще дает. У меня также есть свой канал. Он про мифы в играх. Если тебе будет интересно, то загляни. Я ставлю ссылку. Спасибо. Живу в Украине, в городе Львове. Ссылка будет в описании, ребятки. Переходите, смотрите, что там за мифы о играх-то такие. И прислали нам попрыгунчик. Спасибо большое. Попрыгунчик. Я бы, конечно, отдал бы лайку, но лайки их очень быстро понадкусывает и начнет их жрать, поэтому не вариант. Вот такой вот у меня теперь Париж. В Париж мне теперь не нужно лететь, в принципе, Францию. Я там никогда не был, а теперь с таким сувениром все отменяется. Спасибо большое. Спасибо. Такое, вот такое можно поставить на полочку Китай рулит, которое все просили там и спрашивали, когда, покажи нам и так далее. Ребят, ну ее нужно сначала сделать, понимаете, потому что как бы не все так просто. О, прикольно. Прикольный скейт такой. А здесь как наждачная бумага сделана. Вот такой вот скейт. Очень прикольно смотрится. Вчера сидел на Алиэкспрессе и посмотрел очень много всяких прикольных штучек. Так я, как и говорил, вам будет рубрика, как там называется, там, что там, автомобили Чайнамена, что-то такое, автомобили Чайнамен. Вот, она будет, машина первая приехала уже и будет в ближайшее там когда-то распаковка, когда у меня будет настроение. Плюс еще один откроется такое направление мое, очень прикольных штук. Ну, вы все увидите, потому что не хочу говорить, начну дублировать, повторять, ну, вы знаете, как это происходит. Так, это у нас какие-то бумаги. Это бумаги. Это что-то я здесь не разберу, что здесь написано. Так, кто-то понимает, что здесь написано? Я честно, какой-то просто рисунок. И
Я думал, просто нужно всматриваться и увидеть надпись, но честно, я ничего здесь не вижу. Просто какой-то рисунок. Очень яркий такой. Это что такое у нас? Это какая-то открытка. Это Египет. Египет, вид на Нил. Очень-очень древняя вот такая вот открытка. Так. Это у нас... Что это такое? Это... Что-то вообще не пойму, что это такое вообще. Капитану какие-то записки. Какие-то записки. Я не знаю, что это такое. Листы. Письма. Какие-то письма кому-то. С какой-то, наверное, или игры, или откуда-то. Я думаю, откуда-то оттуда-то. Это набор деталей. Ну, это просто какие-то... Просто бумажка, да? Так, это у нас нож, ребята. Это он вот так, наверное, должен быть. Или как его, левой рукой держать? Ну, наверное, да, для левши. Вот такой вот нож. Спасибо. И маркер. Это у нас вот такой вот маркер. Кстати, хочу купить доску, я уже говорил. Все, маркер, когда вижу. А, и еще один вот такой вот попрыгунчик. Попрыгунчик, мячик, попрыгунчик, скорее всего. Вот такая вот посылка пришла со Львова. Спасибо большое, ссылка на парня будет в описании. Хочу все доску такую себе, чтобы на ней можно было писать. А что хочу, ребят? Я ее заказал. Я писал в группе недавно за $5 огромную просто доску, на которой мелом можно писать. И сделал какую-то полочку, ну, чтобы записывать себе какие-то заметки там и так далее. Я думаю, будет прикольно. Итак, посылочка номер 2. Прислал Сергей Полянский, Московская область, город Видное. Вроде так, правильно? Сейчас мы посмотрим, что же там ценное такое Сергей прислал, что говорил, если не откроешь, верни обратно. Сейчас посмотрим все. Сейчас посмотрим, ребят, все посылки, все абсолютно забираю. И я вам скажу, что посылок больше от подписчиков приходит, чем из Китая. Ну, тех, которые я именно заказываю. Конечно, не через бесплатного посредника, потому что там очень трудно тягаться с теми объемами. Но все же, то, что вы видите, это лишь 1% посылок из Китая, которые приходят. Все остальное вы смотрели, я же сказал вам, повторяться не буду. И вы не будете смотреть на те вещи, которые уже видели. Вот так здесь выглядит все. И вот такая вот бумажечка лежит, я думаю, в ней будет письмо. Ох, тут накатал. Здорово, Игоряныч. Привет, меня зовут Серега, мне 32 года. Здорово, Серега. Живу в Подмосковье, в городе Видное. Посылок от подписчиков из своего города вроде бы не видел или пропустил. Не было. Смотрю твой канал не так давно, с осени 2014 года. Точнее сказать, не могу. Начал смотреть как-то случайно, потом подписался на канал, смотрю уже специально. Канал у тебя суперский, со всякими конкурсами, так держать. Далее традиционных сладостях, которых нет в посылке. Сладости и газировку не посылаю, и вот почему. Я заработал язву в 22 года, поедая сладости, видимо, чрезмерно. И выпивая газировку, в итоге пришлось делать гастроскопию, при помощи которой и обнаружился мой недуг. Серега, я тебя понимаю, я это все прошел в более раннем возрасте. И знаю, что такое гастроскопия и все, что с этим связано. Мне вообще можно лекции читать по поводу этого. И я также не пью газировку и сладости. Ребята мне присылают, ну, я не могу сдержаться. Но я себя контролирую. Теперь у меня бывает изжога, приходится пить таблетки не каждый день и даже бывает не каждую неделю. Но все же приходится. Изжога никак не лечится, может только хирургическим вмешательством, точно не знаю. Я тебе так скажу, по своему опыту, кушай по утрам овсяночку, пересмотри свое питание абсолютно. Это не только для Сереги совет, я просто бывал и с проблемами с желудками, хочу сказать вам, с проблемами желудка, и хочу сказать вам, чтобы вы пересмотрели свое питание. Острое, соленое, перченое, сильно горячее, сильно холодное, газировки, сладости и так далее, все это убрать. Сделайте себе нормальное сбалансированное питание, и самое главное при таких заболеваниях, как гастрит, не дай бог, язва, изжога и так далее, это кушать маленькими порциями. То есть у вас в день вы должны кушать где-то 6-7 раз, но по чуть-чуть, а не один раз или два сели, такую тарелку поставили, наели, загрузили желудок, ты там как хочешь, так и справляйся. Поэтому пересмотрите свое питание, это очень важно, это будет первый шаг к избавлению от изжоги в первую очередь, от гастритов и так далее. Особенно это для студентов, скоро 1 сентября, и вы знаете, как у нас студентики питаются. Я не хочу, чтобы ты тоже заработал язву и изжогу, прошел уже. Старайся питаться правильно,
реально я стараюсь. Каждый день с утра, вот как я и говорил, овсянку идет очень даже хорошо. В посылке шлю тебе коллекционную модель погрузчика. Я работал на таком же, в связи с чем и покупал его. Для Like and Glean ничего не нашлось, теперь уже в следующий раз. В общем, грузи видео, всех благ, Китай рулит. Спасибо огромное. Никакой рекламы, самый, так сказать... активный и верный подписчик Серега, 32 года, из Подмосковья. Сейчас посмотрим, что там за погрузчик. Это очень прикольно, мне прям очень интересно. Теперь понимаю, почему он так за посылку свою волновался, потому что действительно отправил какую-то дорогую вещь. Или не в смысле в денежном эквиваленте, а дорогую для себя отправил. Сейчас посмотрим, ребят, и оценим. Так, я надеюсь, мои советы, в принципе, кто-то послушает по питанию и так далее. Так, здесь какие-то волосы чьи-то. Подарок волос Серега нам наложил. Так, ух ты, да ну ладно, класс. Это круто. Вот такой вот, ребята, погрузчик. Погрузчик Nissan. Ну, как бы здесь все четко. Это действительно модель сразу чувствуется увесистая. Скажу сразу, Серега, чтобы ты не переживал за этого погрузчика. Этот погрузчик будет в коллекции моделей, которые я начал собирать. И, в принципе, в группе писал, если кто не знает. Я буду заказывать различные модели автомобилей, грузовиков и так далее. Именно, может, в таком масштабе, чуть-чуть побольше. То есть, как посмотрим, если будут деньги, потому что стоят они недешево. И просто что-то мне захотелось, чтобы и я покупал, и вы смотрели, и чем-то вас заинтересовать, чтобы, может, кто-то тоже собирал, хотя бы там не каждую модель, а через три модели, чтобы, ну, какое-то, то есть, хобби было, потому что, ну, как-то так что-то мне захотелось. Погрузчик офигенный, просто огромное спасибо. Реально очень крутой и займет достойное место. В дальнейшем я его покажу на своей полке с другими автомобилями. Серега, огромное спасибо за такой погрузчик. Слушайте, да им играться одно удовольствие. Блин, где мое детство? Колеса поворачиваются только. Ящик. Круто. Так, здесь все пусто, я так предполагаю. Да, здесь просто газеты и все. Уплотнители очень хорошо упаковал, чтобы все доехало. И такие вещи, конечно, нужно упаковывать очень хорошо. И лопаты эти переставляются у нас. Так, и вот так вот даже все регулируется. Очень круто. Вообще во всех диапазонах. Круто. Серега, огромное спасибо. Ну, реально. Была бы ссылка на канал, с удовольствием бы прорекламировал. Вот такие вот дела, ребята. Вот такая сегодня посылка. На сегодня все. Распаковал две посылочки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. День-два, и снова будем распаковывать дальше посылки. Они есть. Все, кто отправил, дошло все. Все забираю. Если по трек-номеру написано, что забрал, значит будет. И завтра, послезавтра распакую действительно те посылки, которые залежались. Просто возьму из самых-самых, когда там они приезжали. Всем спасибо, ребята. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь этим роликом с друзьями в ВК. Рассказывайте, какой крутой у меня есть теперь погрузчик. До новых встреч. Пока-пока.